Всем привет, друзья мои! С вами, как всегда, я, Олег Дубовой. И сегодня со мной два помощника. Это кукла и Умка. Есть у меня еще третий помощник породы чихуахуа. Зовут Кнопа, но она сейчас занята. Дело в том, что пока я этих двух друзей отвлекаю, она у них игрушки тырит. Вот у меня Умка сейчас сидит, вот это он прям аж весь дрожит. Он чувствует, что у него там что-то тырит. Хочет убежать. Умка, будь культурным. 2 минуты и пойдешь. Дело в том, что эти два Йорика, они были участниками создания этого видео. Они стояли у самого истока. Потому они со мной сегодня здесь, в маленькой импровизированной студии. Вчера с ними вечером я гулял по набережной и, проходя мимо ларька, увидел, как там аппетитно на полочке лежит сосиска в тесте. Я не смог удержаться, чтобы ее не купить. Дело в том, что настолько аппетитно она смотрелась. И взял две. Одну себе, ну и как же без них. И одну им пополам. Ну и в результате я полностью разочаровался. Ну, во-первых, она вот такая малесенькая. Ей, как сказать, не наешься. Во-вторых, обычное пресное тесто с обычной сосиской. Если кто-то скажет, а что ты хотел многого от сосиски в тесте? Да, я хотел многого. Дело в том, что любой продукт можно приготовить так, что пальчики, кажется, оближешь, за уши не оттянешь. А можно так, вот как мы сели, да, что ели, что радио слушали. Поэтому я решил приготовить сегодня такую классную сосиску в тесте, чтобы действительно пальчики оближешь и за уши не оттянешь. Я перелопатил интернет. В принципе, рецепты один, как под копирку писанные. Но нашел я один выделяющийся рецепт, который мне привлек мое внимание. И сегодня я поделюсь им с вами. Я не делал предварительно его, так что я не знаю, что у меня в результате получится. Если получится вкусно, то, естественно, он попадет в мою коллекцию проверенных рецептов. И я вам его порекомендую. Ну, а если невкусно, то, как я уже говорил, там есть мусорное ведро, вылетит туда. Так, пойду я этих товарищей отнесу, потому что сейчас там Кнопа все у них потырит. И не только игрушки. Ну, а вы пока есть время, не теряйте. Можете, как говорится, не сидеть, а писать уже благодарственные комментарии, ставить лайки и подписываться на наш канал. Сейчас я приду. О, бегите, бегите! А вот и я, друзья мои. Вы не успели даже глаза моргнуть, но, надеюсь, вы успели подписаться и лайк поставить. Итак, для воплощения в жизнь нашего рецепта нам понадобятся прежде всего сосиски. Сосиски в студию. Вот наши сосиски. Обратите внимание на эту кучу сосисок. Гляньте, сколько этих сосисок. Это я к чему? К тому, что те сосиски, которые я съел с собачками, маленькие, по вкусу никакие, они по цене ровно столько, сколько куча этих сосисок. Видите, самому делать выгоднее. Итак, сосиски есть, но из этой кучи сегодня мне понадобится всего лишь 8 почистить. Почему 8? Потому что в нашем рецепте мы будем применять сырок. В пачке, которую я купил, было как раз 8 вот таких вот сырков в полиэтиленовых упаковочках. Можно, конечно, и вот такой сыр применять, резать его на пластинки. Ну, это как бы заморачиваться надо, во-первых. А во-вторых, в рецепте были указаны именно эти сырки. Поэтому мы будем делать согласно рецепту. Это в дальнейшем, когда я сделаю, попробую. Может быть, что-то изменю. Но сейчас все согласно рецепту. Итак, чистим сосиски. Сосиски у нас готовы. Двигаемся дальше. Дальше нам понадобится тесто. Но в нашем случае это будет не тесто, а будет лаваш. Хотя лаваш — это то же самое тесто. Да, у нас будет сосиска как бы в лаваше. В моем случае это лаваш армянский. Почему армянский? Потому что когда я нашел этот рецепт в интернете, он назывался «Сосиска в тесте по-армянски». Но когда я начал, я вот клюнул на то, что по-армянски, я вообще люблю кавказскую кухню. И когда я поглядел, а там оказывается не тесто, а лаваш. Ну, кто скажет, что лаваш — это не тесто, да?
Вот, так что и лаваш я нашел. Специально бегал по магазинам и сказал, что был именно армянский. Еле нашел. Ну, как я уже сказал, двигаемся согласно рецепту. Так, вот у нас он. Ага. Вот такими вот он квадратиками. И нам его надо сейчас будет порезать. Порезать по размеру сосиски. И для того, чтобы нам оно было красиво, нам понадобится карандаш и угольничек. Сейчас замеряем сосисочку и вот так вот, оп, и аккуратненько отрезаем. Шучу! Для замера мы будем использовать саму сосиску. Вот в данном случае две. Вот так ложим. Ну, тут чуть-чуть больше будет. Вот. А для того, чтобы порезать, мы используем вот такая вот штучка. Скажу честно, давно она у нас в семье, но ни разу ей не пользовались. Это якобы пиццу резать. Вот сейчас я попробую. Ну, если не получится ей, попробуем ножницами. Не получится ножницами, попробуем ножиком. Как-нибудь, да мы с ним справимся. Итак, отберем сейчас. Один листочек. Остальные так вот отложим, тут полежат. Так. Ну, получается, надо пополам его разрезать, да и все, что там мучиться. Ну-ка. Режет, не режет. И что оно тут? Ха! Режет! Друзья, порезала. Есть, отлично. Так. Так. Берем сырок теперь. Вот. Отлично. Ложим. О. Теперь нашу сосисочку и вот так вот заворачиваем. О. Вот так вот. О, еще на одну здесь хватит. Где наш нож? О. Да, режет, но слабовато. А, надо, придавливать посильнее. Есть такое дело. Так, первый пошел. Двигаемся дальше. Вот так. Итак, в процессе заворачивания сосисок в лаваш я пришел к такому решению. Вот этим колесиком резать плохо. Нет, вы можете себе где-то купить там супер острый, супер дорогой, тогда будет хорошо. Так, отбросил. Так, пользуемся ножиком. И чтобы побыстрее было, видите, лаваш сложил. Оп, разрезал. Как я уже говорил, в процессе, когда делаешь, руку уже набиваешь, уже какая-то технология появляется. О! Годится. Есть. Дальше сырок. Есть. Кто-то сейчас может сказать, что на сосиску много лаваша наматывается. Ну, просто можно, конечно, обрезать. Но зачем лаваш выбрасывать? Пускай будет. По большому счету,
Я когда рецепт смотрел, то в рецепте и здесь тоже сосиска, вот прямо она здесь так вот выглядывает. Ну, и сыр, когда расплавляется, он потом вытекает. Ну, я вот это специально сделал, такие большие карманчики, чтобы сыр на противень не вытекал. Потому что наши сосиски в тесте, в лаваше мы будем делать в духовке. И сыр будет растекаться. Поэтому, как бы... пусть будет так. Кто хочет, в дальнейшем может сделать это четко по размеру. Чтобы было более красиво, эстетично. Но нам же их не продавать в ларьке. Вот в том, в котором я купил то горе, несчастье. А нам их кушать. Так, готово. Сейчас я здесь немножечко приберу и вернусь к вам. Так, сосиски мы все лавашом и сыром обернули. Теперь нам понадобится следующий ингредиент. Но это особый ингредиент. Я его как бы напоследок держал, не показывал вам. Надо просто быть аккуратным, чтобы не дай бог не разбить. Ох, ё-моё. Во. Видите? О. Видите? Знаете, что это? Сейчас многие скажут, а что сегодня это яйца? Не, ребята, это не яйца. Вот тот, кто моих годов, ну там чуть-чуть помладше, чуть-чуть постарше, читали нам в детстве, читали сказку про курочку Рябу. Сейчас, ну сейчас вот эти дети, вот моя внучка, она не знает эту сказочку. Оно ей не надо, оно там другое. Покемонов смотрит. А мы знаем, да, там про курочку, которая несла золотые яйца. Так вот, вот эти яйца по цене, они реально золотые. А говорят, сказки врут, да? Как говорят? Ну еще по-другому говорят, сказка ложь, да в ней намек. Реально по цене яйца золотые. Я думаю, пенсионеры с минимальной пенсией себе их уже купить позволить не могут. Итак, аккуратно, аккуратно, чтобы не разбить вот это золотое яйцо, берем. Дальше берем мисочку. Это такой специальный ножик, который не жалко убивать. Аккуратненько, чтобы граммы вот эти золотые, драгоценные не раскапать. О! О! И взбиваем вилочкой. Это будет наша смазка для склеивания наших рулончиков, чтобы они, нашего лаваша, чтобы он не развернулся. Ну и сверху тоже мы смажем. Наша намазка готова. Берем кисточку. И каждую, вот это, каждую нашу сосиску в тесте, вот в этом месте, промазываем. Можно было промазывать и сразу, когда режешь, ну, мне как-то так удобней. Что красить, что кисточка. Его намазали, завернули и положили на противень. О, отлично. Следующий. Не забудьте положить туда пергаментную бумагу. Просто почему мне так удобнее, не отвлекайся. Вот один процесс сделал, следующий сделал. И так вот поэтапно. И положим их здесь. Все, годится. О, все. Отлично. Следующий шаг. А следующий наш шаг такой. Мы смазываем яйцом наши сосиски в лаваше. Хотя
согласно рецепту написано сосиски в тесте, где я жил. Сосиски в тесте по-армянски. Румяненькие же были. Итак, не жалеем. Вот так. И обильно посыпаем кунжутом. Кстати, пока вот это я вот все делаю, у меня духовка прогревается до 200 градусов. Так, готово. Итак, наш полуфабрикат сосиски в тесте, или так, сосиски в лаваше, готов. Теперь осталось его отправить в духовку. Сколько они там будут готовиться, я не знаю. Согласно рецепта, с которого я это взял, 5 минут. Но я думаю, 5 минутами здесь не обойдется. Где-то будет от 5 до 10 минут. Все зависит от того, прогрета у вас духовка или не прогрета. И что у вас за духовка. Потому что одна духовка и полдня может сыр плавить. А другая и за 2 минуты. Все зависит от вашей духовки. Ну, я буду смотреть, как потечет сыр. И подрумянится чуть, так я буду вытаскивать. Все, ставим в духовку. А пока сосиски готовятся, хочу воспользоваться своим положением и передать с платформы своего канала привет своей любимой жене Алене. Алена, привет! Своей любимой дочке Янусе. Януся, привет! И своим любимым, глубоко обожаемым внукам. Лизоньке, Лиза, привет! И Вовчику, Вовчик, привет! Лиза, к тебе особое поручение, как к доверенному лицу. Внимательно смотри за бабушкой и мамой, чтобы много сладкого не ели. И внимательно гляди за Вовчиком. Ты же знаешь, он у нас шустренький, чтобы он далеко не заплывал. Потому что там, где вы находитесь, водятся злые зубастые акулы. Ну все, пока-пока, у меня все хорошо. Друзья, пока это не вам. С вами у нас еще впереди дегустация сосисок. Ну что, друзья мои, наступило время дегустации. Запах великолепный. Вот я тут сосисочку одну разрезал. О, смотрите, как оно аккуратненько там все сыром заплавилось. То, что я лаваш сделал более длинный, это получился плюс. Сыр, когда таял, на пергаментную бумагу не растекся. Вот. Сверху они, видите, такие румяненькие получились. Так. По вкусу, согласно того рецепта, где я брал, надо их кушать соусом барбекю. В данном случае это у меня чернослив и черный перец. Правильно? Да, черный перец. Вот, ну посмотрим, что у нас здесь получится. А. Ну-ка. Великолепно, друзья мои, рецепт сработал, записываю его себе, мой блокнотик. Рекомендую. Очень вкусно. А те сосиски, которые я покупал, ну, такие было. Несчастье. А здесь, гляньте, сколько. Его бы, ее бы еще запить бы чем-нибудь. Видите, как я спешу. Действительно очень вкусно. Да. Чем бы запить, да? Да что я скромничаю? Есть у меня чем и запить. За вас, друзья мои. И за того, кто придумал такой великолепный рецепт.
Ну что, друзья мои, рецепт достойный уважения. Действительно, очень вкусный. Попадает у меня в коллекцию проверенных рецептов. И вам его рекомендую. Всем пока, до новых встреч. Крепкого вам всем здоровья, приятного аппетита и мирного неба над головой.